Ну, ты еще вредил бы, пусть вообще. Легко это понять. Что, призывай? Батюшка показания, давайте помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде весы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю, приди сильные сомны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Господи, благослови наше собрание. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Хочу начать наше собрание с того, что хочу поблагодарить всех, кто, несмотря на мороз, МЧС предупреждает, ну, минус 30 сейчас, Игорь говорит, еще ниже стало, пришли на молитву. Болящие у нас. Кто у нас болящий? Да все те же Виктор Андреевич. Виктор Андреевич говорит, что не, он уже не болящий, да? Так, да, болящий. Как не болящий, а где он? Ну, его нет, нет, он болеет. Болеет, да? Болеет, да. У него температура была очень высокая. Ну, помолились мы, наверное, может быть, чуть полегче стало, но болеет. Ну, особенно о частицах молитесь, потому что когда частицы болеют, это все уже. Это что-то. Когда Севастьян был. Да, еще тем более Севастьян, это самое для него особенно. Что, Севастьян? За него особенно молиться надо, чтобы... Тогда мне ничего делать не надо, да? Итак, братья, значит, службе надо готовиться. Вы чтецы.
Ты дома, я тебе давал брошюрка такая, все на снабдение и литургия. Тоненькая брошюрка. Там схема сзади. Давал я тебе? Есть. Есть. Так вот, все, что зачем идет, там все в ней есть. Это канва. Ты дома, прежде чем, я скажу по-своему, когда мы начали, у нас отец Александр был такой пивоваров, он покойный, погиб. Вот. Он хотел из нас всех троих, старшего брата, меня и Павла, сделать священником. Пригласил к себе, и в течение месяца он нас тренировал. Он уходит утром на службу, оставляет к нам, а кто их, Минея, там, Триоди, апостол, все, и говорит, сегодня ты будешь батюшка, ты дьякон, а ты псаломщик. Все. И он вечером приходит, уставший приходит вечером, садится, там такое кресло было, садится, ну и мы начинаем служить. Он вроде смотрит, он спит. Только кто-нибудь что-то ошибся, там, стоп, он сразу, неправильно, так, давай дальше заворачивать, по новой. А на другой день он меняет опять. Теперь, то есть он был священником, он будет псаломщиком, диакон, то есть менял нас, учил. Но из всех получился один, средний. Так. Но когда я, уже меня в дикана рука положили, я службы-то не знал. Я так переживал, я дома составлял конспекты, я все это по порядку. Завтра что будет, какая служба? Ага. У нас сегодня, значит, неделя о блудном сыне и трех святителей память. Еще и воскресная служба. Что зачем идет? Откуда что? Я эти книги все, и я по порядку дома, начально все стихиры, тропари выписываю, где что найти дома. Если не ясно, я иду там к батюшке дьякону, спрошу, где как. Вы, смотрю, стоите, певцы поют, вы стоите, кончили петь, что? А, где что? Давайте быстрее. А где что? Ну, апостол, ты знаешь, читаю апостола, заказы литургии считается апостольское чтение евангельское. Подходит апостол читать, вы стоите. Нашли Прокимин где? Какой апостол? Нет, даже апостола не нашли. Ну это нормально или нет? Весь это проходит. Мы не сегодня только организовали сообщество. У нас уже 20 лет. И вы уже, ну мне даже неудобно говорить, ты уже вот сколько в подрясники ходишь, уже сколько лет? А что неудобно? Все удобно. Сколько лет ты в чтецах идешь? Ну, мы недавно же начали службу. Ну, как не надо? Служба должны быть, если мы православные, службу должны знать все. Чтобы это было, если нам служба непонятна, и мы просто так стоим, только это наша религиозность, это не верует. А если ты верующий человек, ты должен, а что же там говорится? Что говорится об этом? Ты должен это, вникать в это, знать это. Мы православные. У нас, говорится, очень богатое заложено все богослужение, но у нас так закрыто, что да мы даже не пытаемся открыть. Закрыто, надо и пусть лежит закрыто. До нас оно лежало, и после нас пусть лежит оно. Ну нельзя так. Ну вы немножко относитесь более серьезнее, как-то так, это со страхом к этому-то. Ну, я вам даже сколько говорю, ну, трудно найти тропарь или что-то. Они пока читают, поют щицы, ты в это время-то. Смотри, у нас устав, уже устав, перед глазами лежит устав такой, который все уже там расписан. Что, зачем читать? Ага, сейчас будет на Господе возвах. Какие стихиры? Из-за кто их, из Минея, из Триоди там, откуда читать? Все, ты только смотри. Ну вы же стоите, не смотрите даже. Ну сколько я говорил? Тебе, Игорю говорил, другому Игорю тоже. Стоят, как вот, ну, посторонние люди, совершенно посторонние даже. Неинтересные даже. Ну нельзя так. Примите, сегодня вы этот еще снимает все на это. Мы путаемся там сюда, это все снимает еще на эту, на камеру. Вызвать, показать еще. Никогда этого не делайте больше. Вот. Я не знаю, что я не успеваю в алтаре сделать. Мне надо выйти апостола найти, прочитать. Какую стихиру спеть. Что, а вы стоите посторонние люди совсем. Это, ну, Севастьяна, вам только вот Севастьяна надо. Вот Севастьян, да. Ну, Севастьян-то такой же, вы вместе начали с Севастьяном. Севастьян вникает в это немножко. А вы нет. Ну, у нас в Потеряевке, допустим, Игорь Барабаш. Ну такой же вместе были. Все, я даже там мне нет никакой, даже не выхожу. Они все пришли, книги открыли. Все, и нормально идет служба. Можно молиться. А когда вы так путаетесь, мне-то молиться даже некогда мне молиться. Я думаю, что они сейчас там забороздят, какую, откуда будет. Ну, как-то раз было так, что читать нужно канон. А я пришел, слышу, что же читает не то, брат, совсем.
А он читает стихиры на Господи возвах, вместо канона стихиры на Господи возвах. Открыл, откуда открылось, он так открыл. Где открылось, сам и читает. Да ничего там, какой там. То есть давайте к этому. Ты, тем более ты учишься уже в семинаре. Это обязательно. Он тебе дал бумажки. Это все называется этот предмет литургика. Это богослужение. Какое, как порядок богослужения. Вот. Игорь, занимайся серьезно с этим. Возьми. Что не ясно, другой раз позвонил по телефону, спросил, батюшка, как это, что. Даже вот, понимаешь, мне уже 40 лет будет, как я служу. Отец Иоанн 38 лет. И он когда-то звонит, сегодня такая служба, ты как думаешь, как это там, вот что? Советуется. А вы никогда совета не спросите. Ничего. Абсолютно. Ни разу, никогда. Ты же здесь на службу пришел, ты даже читать, ты понимаешь, батюшка, как это? Даже зашел в алтарь, батюшка, что нам сейчас, какие тропари читать? Но вы в этом не беспокоитесь, вам это не надо. Вы настолько верующие, что ничего не надо. Простите меня. Спаси Христоса, правильно. В среду праздник будет у нас. 20-й праздник, встретим Господня. Да. Когда старый Симеон встретил принесшего в храм, принесенного в храм Господа Иисуса Христа. Ну а в православном мире это зима встречается с летом. Поэтому мороз идет, и идет борьба. Зима борется с летом. Встретились и теперь борются. Кто что победит? Зима или лето? Воздвижение – это когда вся тварь говорит, сдвигается в норки. Все. На зиму готовится в норки давай. Все так это в православии было. Ну она и так на самом деле. Да. Правильно. На самом деле. Значит, эта неделя у нас еще без поста, но в среду, пятницу пост. А в воскресенье заговенье на мясо. Не забывайте. А следующая неделя будет, после этой недели, будет сырная седмица, то есть масленица, так называемая. И 26 февраля заговенье на Великий пост, начало Великого поста с понедельника, 27-го. 26-го прощенного воскресенья. После литургии у нас будет проводиться чин прощения. Вот так. Ко мне какие вопросы? Что? Все хорошо, вопрос. Курсы чтеца можно? Давай, Любовь. Я очень благодарна за сегодняшнюю проповедь. Потому что в прошлом году мы читали, я переписала ее о блудном сыне, что это воздержание, подготовка к посту и недели, необходимые нам для того, чтобы осознать покаяние. И вчера звучали слова покаяние. И сегодня мы с благодарностью принимаем эту беседу, ну, наверное, редактировал кто-то ее, или какой-то священник, или еще что-то. Ну, мы благодарны Господу за то, что есть такая у нас возможность, и мы имеем это, и нам доносят, и обращаем ум свой к горе, горе. Так, я еще говорю, вопросы какие ко мне есть? К вам это нет вопросов? Нет, не нет вопросов. Ну, все, тогда занимайтесь еще. Подожди, есть вопрос. Надо решить вопрос, мы вот читали на собраниях толкования, благословляли, и потом прекратили. Может быть, на это дело поставить какого-то брата Чтеца, который был описан. Не понял его вопроса. Толкование Евангелия. Толкование Евангелия мы читали на собрании, вы говорили. Так. И это была традиция, долго продолжалась, а потом почему-то она... То есть сегодня чтение Евангелия? Да. Да, толкование. Ну, а я вам сколько говорил, конечно, ну, кратко сообщили, какие кто, кто болен, какие там... есть нужды там или что-то, новости какие-то. И дальше прочитайте толкование на Евангелие. А то вы так начнете один, второй, третий, да начнете так, что рассказывать, где встретились, какие была у него шуба, какие глаза были, как она там засмеялась или моргнула. Такие подробности время тратите на это, а без толку. Я предлагаю выбрать человека, который бы за это отвечал. Севастьян отвечал. Ну, у нас есть чтецы. У нас есть чтецы. Ну, это... Вот. Если все, значит никто. Надо кого-то одного главного выбрать, чтобы это руководить. Ну давай ты будешь этим. Я не чтец. Вот ну я согласен. Я согласен. Ну согласен, это давай. Же не храме. Это не в храме, это здесь ты можешь делать. Давай делай это. Готовь, подбирай и толкование по блаженному Филакту. Хорошо. Там оно не продолжительное, там будет 10, ну 15 минут от силы. Хорошо, со следующего воскресенья. Да, делайте. Все, с Богом.
Спаси Христос, батюшку, за обличение. Ну, я слышал, некоторые считают, что обличение как-то это плохо, а я думаю, это, все, это очень хорошо. Это рост духовный. Я всегда удивляюсь терпению нашего батюшки, смирению, сколько он терпит. Но сколько сестры это терпели? Надо учитывать, что, конечно, уже не самых они. Это, вот у Севастьяна стаж, я посчитал, где-то с 95-го года. А, то есть между нами, вот между мной, где-то минимум 12 лет разница, видно, в опыте. Ну, плюс еще там то, что. Ну, я сознательно занимаюсь этим год примерно, ведением службы, несмотря на это. Поэтому мне 40, вот представьте, в 39 я начал осваивать богослужение. Это, понимаете, когда со стороны стоишь, вроде все понятно, абсолютно все ясно, все так ровно идет, все знаешь, смотришь, переводишь. Но когда сам становишься перед книгами, все в голове мешается. И вот прошу помолиться, потому что что, как говорится, таится постоянное смущение. То есть сложность не просто прочитать, а просто, чтобы все это было стройно и ровно. То забудется одно, то другое. А православное богослужение это все-таки это очень достаточно сложно все. Но это надо изучать. Поэтому благодарю за наставление. Прошу ваших святых молитв. Смиренно прошу. Батюшка, чтобы вот. Благословлял тебя перед службой. Больные у нас, озвучьте, пожалуйста, чтобы мы все-таки еще знали, что вот Виктор Андреевич, чтобы мы знали, о ком молиться. Ну, все те же больные, все время только одно и то же и подают. Ну, а почему? Вчера вот позвонила, вчера в 11 часов уже Валентина Кравченко, я напугалась, только уснула. Ну, все, беру трубку. Она, дозвониться не могу, теперь уже звоню то одной, то другой, дозвониться не могу, наконец дозвонилась, она говорит, что я нечаянно нашла. Алексей, живые. Алексей с Натальей, ну вроде бы нормально у них. Алексей, сегодня не знаю, что. Наталья не смогла, наверное, может. Звонила Нелли Алексеевна, но холодно сильно, не могла приехать. Надя Польгуева позвонила, что пойдет на Южный, но пришла на службу сюда. Ну, все так. Ну, звоните у кого что. Вот за Игоря надо будет молиться. Ложиться в больницу. Какого? С 20-го. С 20-го, да? Февраля. Колено. Сустав. Операция? Нет, член. Игнатий Тихонович, вам слово пишет у нас. Может быть, почитаем толкование? Давай, читай. Читай прежде, а потом говори. Батюшка, благослови. На тихонечку скажет, а потом будет останется время. На тихонечку. Дай понятно. Нет, я серьезно. Так, спроси у Надежды Васильевны, все готово? Вот, давай включаем. Один человек, его звать Владимир Мочалин, написал гимн на наш сайт. Такого я в интернете сколько заказывал, говорю, есть ли такое, что гимны писали сайту. И мало того, озвучено это. Ну, если только проиграется, пожалуйста, чтобы послушать. Одобрите, нет. Мы это выставили ко вход на наш форум. Включай. Погромче там что? Сейчас это переключилось. Вы сказали, что все готово. Да, готово, но видишь, пока стояли где само. Да, ладно, отменяется. Выключить. Не готово, выходите, обман. Не надо ничего говорить, убери со стола. Нельзя так. Сколько людей, вот минуту отняла, умножь на сколько людей, сколько уже своровано времени. Что впереди было сказано, я сначала немножко разъясню. Сидите на месте. Сядь. Не надо ничего находить. Сидеть. Все. Сказали, не надо ничего. Сядь, вторую команду не выполняешь. Да нет, сидеть. Надо выйти срочно. Сергей, команду давай, сядь. Пожалуйста. Ничего не надо уже. Вот что говорил батюшка, я немножко поясню. Сказать об отце Александрович немного хотя бы, пивоваров. У меня сохранились его записи, проповедей. Он был
кандидат богословских наук Московской патриархии. Когда был студентом, на него уже была написана маленькая книжечка. Ничего там не мог сказать, но уже и он стоял на учете. Вот слышали, Клавдию Стяжанина воскресла. Никто бы не знал, как бы не он. В то время при советской власти прямо в храме он озвучил этот материал. Он претерпел многое за это. Отец его, он был Александр Иванович, его Иван звали отца его, он был арестован за убийство коммуниста. Что где-то как-то и такой верующий убил коммуниста. Но когда сидел, в это время стали разбираться, он даже там не был, но и освободили его. То есть эта семья покрыта каким-то исповедничеством таким. Потом отца Александра арестовали, он распространял, печатали подпольные, где молитвенники и прочее, прочее. Это. Я не знаю сколько, около 3 лет ему дали. Он сидел. 1,5 года. Он сколько-то сидел. 1,5 года он сидел. Да. 1,5 года, а потом там раньше выпустили. Что-то там. И Николай Шевченко успел сделать снимки, когда был, поднял руки, потому что не давали фотографировать, милиция отбирали, засвечивали, как он садится. Он был очень и очень популярный. И вот милостью Божией мне пришлось быть в близких отношениях с ним. Он ко мне заезжал, а мы у него учились. У него на нижнем как бы этаже. И однажды там случилось такое. Помнишь, батюшка, когда у него висел плафон? Низко такой, и батюшка сказал, плафон из твердого какого-то стекла такого, я еще не встал. Он, батюшка, встал, одеяло надо стряхнуть. И стряхнул, поэтому абажуру ударил-то. И он разлетелся на большие толстые осколки и упал вокруг меня везде. А батюшке, кажется, в руку тебе вонзился. Представь, он стоит, батюшка, на маленьком расстоянии. И открылась, и у него там пульсирует, не перерезала вену. Раз, а распахнула вот так плоть. А я лежал головой кверху, ну, лицо кверху, и упали стекла вокруг меня, вот так вонзились, это как мечи какие. Вот это тоже было. У него был сын Володя, он сейчас священник, протоиерей. А он со второго этажа утром слазит, а мы стоим, он начинает, ты Аким, ты Павел, а ты кто на меня? Следующее утро стоит, ты Игнатий, ты Павел, а ты кто? Он все время нас путал. И вот, милостью Божией, это проповедник, в подлинном смысле проповедник. Без всякого тщеславия. Проповеди его сохранились, я не знаю у кого. В то время я ездил с огромным магнитофоном, с проводами, с катушкой, как в войну телефонисты были на поле брани. И протягивал через весь храм и записывал. Какая уж там. Но они у меня лежат еще не распакованные. Он трогал сердца людей. Это проповедник Божьей милостью был. И вот по славянскому языку мы однажды собрались, а на славянском все считают старобрядцем. У Андрея Федотовича Долгова. И до обеда переводили на Троицу первый контакт или там Акафист где-то. Настолько все сложно. Он кандидат. Этот знаток от дней рождения, старобрядец. Едва-едва смогли перевести. То есть об этом Феофан Содворник говорил. Рано или поздно. Надо переводить. У нас сокровище все в богослужении. Было бы, если понятно все, и люди знали, беды бы большое избегло государство. Дальше я пою. Где Игорь-то у меня? Вот он. Вот Игорь там где-то как-то. Я просто не заступаюсь, ничего хочу сказать. Вот со стороны люди у вас и пришли и сказали, а почему? Не думайте, что он от маловерия это сделал. Потому что у него на первом месте стало что-то другое. И он пересиливает сейчас себя. Потому что он услышал живое слово, понятное. Он много лет ходил в университет. Как мы познакомились? Но сейчас надо переформатировать немножко сознание. Уголок оставь для богослужения. Крепко займись. А что они понимают там? Не понимают. Приезжает Кизюн Иоанн, это уже такой священник. Отец Александр говорит, ну вот сейчас Великий пост, как вы? Он говорит, самое главное, чтобы не останавливалось. Что из какой считаешь, никто не знает. Но когда остановился он, а все правильно, тут народ волнуется, что батюшка сбился, не знает. Отец Александр говорит, только остановки не делай. Я нахожусь в Синоде, зарубежной церкви. А там был Кондратюк, отец Арсений, архимандрит. И он дал одному священнику читать, и тот сбивается. Он мне говорит, о, это из Жарданвиля. Мы были монахи, а это шпана одна, говорит. Среди шпана. Недели приедут, никто не может служить, ни один в Синоде. Потому что надо брать уже не одну, а может быть 5-6 книг. Да книга-то большая, какую страницу, где, не знают. А он знает. И меня чуть-чуть там он, может быть, и не выкинул. Дал мне читать, что-то кажется, помилуй меня Боже-то. Считай. Ну, знаешь, я наизусть знаю. А я знаю-то по-русски.
И вот Бог как спасает. В это время кто-то подошел, его вызвал. Я в это время по-русски ты прочитал. Вот как жить, я просто немножко сказать, что батюшка сказал. Игорь, надо заняться. Мы все учились, и он нас программу трехлетней семинарии вложил буквально в один месяц. Мы с утра до вечера кадилом махать, говорить, повернуться. Ну, наизусть все эти иктинии. Он был очень строгий учитель. На меня шили ряску, я примерил, уже договорились, архиепископ тайно рукоположит. Примерил, и вдруг остановился, снял и сказал, это не мое. И это мне, когда я рассказал митрополиту Виталию, он подтвердил, да, получается так, кое-где вам ход был бы закрыт, будь вы священником. То есть незримо я ощущал, что Бог ведет. Вот сказать, что на этой неделе? Я попрошу сейчас один материал озвучить Сергея Павловича. Мы документ получили. Получили из деревни. Так, Сережа, с выражением, четко, ясно. Почему? Потому что после этого документа я обращусь к вам за помощью. Слушайте очень внимательно, потому что здесь заложено почти полвека нашего труда. 19 июля 2016 год, поселок Потеряевка. Протокол номер 52. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка. Присутствует 17 человек. Повестка. Первое. Известить жителей поселка Потеряевка о закрытии лагеря Стана. Второе. Передача в собственность деревни Потеряевка построек. 8 келей для ночевок, столовая на открытом воздухе, кухня, пекарня, игровой зал и игровая площадка, все огорожено. Общая площадь около 300 соток бросовой земли детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского. Память 312 год. Рождество Христово. Слово попросил Лапкин Игнатий Тихонович. Он сообщил, что лагерь Стан, который существовал под его руководством 45 лет, считать с сегодняшнего дня, 19 июля 2016 года, официально закрытым. Больше в таком статусе лагерь существовать пока не будет. Но бросать свое любимое дело, дело сохранения молодого поколения, воспитания молодежи в Боге, он не собирается. В этом году лагерь был закрыт 18 июля 2016 года в 22:00, когда к лагерю в это время подъехала полиция. Игнатий Тихонович поделился планами на следующий год. Далее цитата Игнатия Тихоновича. На территории поселка обустроить несколько домов, в которых можно будет детям спать и готовить им еду. Хозяева домов приглашают в гости детей, родители пишут доверенность на этих хозяев. Найти волонтеров, которые будут заниматься и проживать с детьми. А режим будет такой же, каким был в лагере Стане. Ранний подъем, зарядка, молитва, чтение Евангелия, посильный труд, купание и так далее. Так будет до тех пор, пока власть не изменит свое отношение к бессмертным душам детей. Их нужно научить жить по Евангелию. Без этой цели смысл жизни отсутствует, и остается только животный страх умереть от микробов, бацилл и палочек. Далее цитата Далее. По вопросу выступил староста поселка Потеряевка Барабаш Игорь Александрович. Он сообщил, что им получено письмо от основателя начальника детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского Лапкина Игнатия Тихоновича, в котором сообщается, что в связи с закрытием лагеря Стана и его ликвидацией, ввиду абсолютной невозможности его существования, в связи с сильными нападками в июле 2016 года от Роспотребнадзора, все постройки лагеря Стана передаются безвозмездно в собственность поселка Потеряевка. Летом там будут проходить занятия жителей деревни Потеряевка по изучению Святой Библии.
Здесь же будут приниматься гости и приехавшие на день крещения. И для новопоселенцев есть место, где им можно ночевать и укрыться от непогоды, пока они построят себе жилье. Лагерь Стан не занимал ни одного квадратного метра земли, годной для сельхозугодий. Он на навозной куче среди зарослей крапивы в 200 метрах от деревни к северо-западу. Этот лагерь Стан просуществовал в течение 45 лет без помощи государства. Здесь отдохнули тысячи детей и их родные. Показан живой пример того, что можно и в бедности жить красиво и интересно, никому не жаловаться на свою бедность, но молиться за всех. Это настоящий музей под открытым небом, чтобы видели последующие жители, что никогда не нужно отчаиваться, ибо новый день со Христом Иисусом подает новые надежды на радостную, свободную и счастливую жизнь в Боге по Евангелию жизни в Духе Святом. Решили принять постройки лагеря Стана в собственность деревни Потеряевка и в дальнейшем обеспечивать сохранность всех этих построек. Староста поселка Потеряевка Барабаш, протарей Иаким Лапкин, секретарь Барабаш Елена Анатольевна. Ну вы поняли, в чем просьба? Волонтеры, это добровольцы, которые бы могли приехать месяц. Там месяц, может быть, 20 дней, вот это время. У нас фактически уже приобретенные дома, начали мы ремонт. Нам нужна будет помощь, если кто может по этому делу помочь. Или отпуск там свой на это сместить. Сделано очень много. Уже можно входить даже жить. Но там нужно и обои где-то сменить, и, ну что-то такое. Это же на летнее время. У нас практически мы можем принять сегодня в 4 дома. Один дом 80 квадратных метров. То есть мы можем все это, как именно сделать там, ну как в лагере было, там стеллажи, мы кровати никаких не будем делать, матрасы, все это есть. Все это мы отдаем безвозмездно, кто там будет деревенские. Меня никаким образом нигде там нет. Совершенно. Я никого не могу приглашать. По определенным причинам. Должен быть я прописан в Потеряевке, а я в Барнауле. Это могут делать только те, кто там живет. Прописан. Прописываться скорее надо там. Значит, об этом молиться. И далее. Держать связь с теми, кто там будет. Ну, уже одна есть. Это Нина Александровна Жолнерова. Из сестер кто-то уже поднимал руку. Кто может приехать? Со своими детьми, конечно. Даже можете вахтовым методом. Приехала с твоими ребятишками, пробыла, оставила, там другая приехала, заменила вместе. Такого вы больше вряд ли где-то найдете. Вы сами знаете, это ни день, ни два, что наш лагерь претерпел. И суды были, и прокуратуры, и ничего нигде нет. На них подано было в суд мной, и все до одного суда выиграны были. Все оказалось ложью. Поэтому это сообщение, пусть у вас пока найдет место в уголок сердца, и молитесь. И тебя, как Нину Александровну, Бог толкнет. Ее тут только один человек сказал, что эта подвижка уже к концу. И она вздрогнула и говорит, а что ж я тогда сделала-то? Еду в лагерь. Найдите такую кнопочку там в душе, нажмите себе. Жизнь может кончиться, и ничего не останется, кроме домашней суеты и кухни. Оторвитесь от этого. Нам что говорят, надо записывать. Записывать. Сидят, никогда ничего не берут записывать. Раньше был такой фильм, я не знаю, какой-то, ну... На работе какой-то производственный роман или какой-то. И там одна она была такая, начальница-то. Но влюбилась, а другая стала показывать отдельно, как надо ходить, какая походка. Брови выщипать до ниточки. А та сидит директор-то, а она развернется вот так, чтобы бедра шатались перед мужчиной, чем соблазнить. И все записывает директор. Она привыкла, с бумажкой сидит, так интересно это смотреть. А у нас на занятиях. Библию изучаем. Вот посмотрите там на картинки. Есть люди, которые ничего не записывали, ничего у них нету. И они сидят, подпершись вот так. Почему не записывали-то? Их нету? Их просто нету и все. Это надо полюбить. Дети, это последняя инстанция разложения нации. Если мы этого не поняли, нас просто не будет и никого не будет. Остатки детей какие есть?
Мне сколько пишут сейчас благодарности, нападают, когда мои три сына у вас были. Они уже выросли, это было лет, говорит, 25. Как они это вспоминают, как это помогло мне детей сохранить, дети все при мне. Уехали у нас в Грецию, в Плотниково, и оттуда пишут. Если остались, не, ну там, Ангелина у них была, от, как племянница. Если осталась хорошая память о России, то только лагерь детский в Потеряевке. А все остальное только... Вот и все. Так что объявление дано, думаете, ты не думаешь, что ты не пойдешь и все заглохнет. Нет. Еспири сказал Мордехай, если ты в этот день промолчишь, Бог найдет с другой стороны помощь, а ты и дом отца твоего будете истреблены. И она пошла к Арстаксерксу, потому что нельзя было заходить без приглашения, пока он жезл не прострет. Ты не думаешь, что отсидишься. Не для этого ли Бог дал тебе такую силу, что красоту, что ты стала царицей, чтобы заступиться за народ Божий? Не для того ли ты верующая, чтобы тебе бы дал возможность потрудиться для других детей, если своих-то уже упустили? Вот все. Ну, а остальное уже зачитали, сказали. В конце надо будет немножко, можно будет добавить. Если вопросы есть. Сейчас брат Сергий нам прочитает толкование. Традиция была. Мы сейчас ее продолжим. Брат, пожалуйста. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 16 стихи. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Толкование. Под образом человека выводит Бога, воистину человеколюбивого. По двумя сыновьями два разряда людей, то есть праведников и грешников. И сказал младший из них, дай мне следующую мне часть имения. Праведность есть древний удел человеческой природы, поэтому старший сын не вырывается из отеческой власти. А грех есть зло впоследствии родившееся. Поэтому и вырывается из-под родительского власти младший сын, который вырос с грехом, приведшим впоследствии. Имение есть разумность, которой подчиняется и свобода. Ибо всякое разумное существо свободно. Господь дает нам разум, чтобы пользовались им свободно, как истинным нашим имением, и дает всем равно, ибо все равно разумны, самовластны. Но одни из нас пользуются сим достоинством согласно с назначением, а другие дарование Божие делают бесполезно. Под имением нашим можно разуметь и все вообще, что Господь дал нам. Именно небо, землю, всякую вообще тварь, закон, пророков. Но младший сын увидел небо и обоготворил оное, увидел землю и почтил ее, а в законе его не хотел ходить и пророком делал зло. Старший же сын всем этим пользовался во славу Божию. Господь Бог, дав все это в равной мере, позволил каждому ходить, жить по своему произволению. И никого, не желающего служить ему, не принуждает. Ибо если бы хотел принуждать, то не сотворил бы нас разумными и свободными. Младший сын все это в совокупности расточил. И что было причиной? То, что он пошел в дальнюю сторону. Ибо когда человек отступит от Бога и удалит от себя страх Божий, когда
тогда он расточает все божественные дары. Будучи близки к Богу, мы ничего не делаем такого, что достойно погибели, по сказанному. Всегда видел я пред собою Господа, и Он одесную меня, не поколеблюсь. Псалом 15:8. А удалившись и отступив от Бога, мы делаем и терпим всевозможное зло по словам. Вот, удаляющий себя от тебя гибнут. Псалом 17:27. Итак, неудивительно, что он расточил имение, ибо добродетель имеет один предел и есть нечто единое, а злоба многочисленна и приводит много соблазнов. Например, для мужества один предел именно когда, как и на кого должно употреблять гнев, а злобы два вида – страх и дерзость. Видишь ли, расточается разум, и единство добродетели погибает. Когда это имение расточено, и человек не живет ни по разуму, то есть по естественному закону, не последует закону писанному, и пророков не слушает, тогда наступает для него сильный голод. Не голод хлеба, но голод слышания слова Господня. Амос 8:11. И он начинает нуждаться, поскольку не боится Господа, но далеко отстоит от него, тогда как боящимся Господа нет скудости. Псалом 33:10. Так как боящийся Господа крепко любит заповеди его, поэтому слава и богатство в доме его. И он скорее по своей воле расточает и дает убогим. Псалом 111, 1 стих, 3, 9. Так он далек от скудости, а кто далеко ушел от Бога и не имеет перед своими очами грозного его лица, тот неудивительно будет испытывать нужду, поскольку в нем не действует никакое божественное слово. Далее. И пошел, то есть далеко зашел и укрепился в злобе, пристал к одному из жителей страны той. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом, а совокупляющийся с блудницей, то есть с природой бесов, становится одно тело с нею. 1 Коринфянам 6 глава 17 и 16 стих. Всецело плотью и не имея в себе места для духа, с большой буквы, подобно жившим во дни потопа. Бытие 6.3. Жители той страны, отдаленные от Бога, без сомнения суть бесы. Успев и сделавшись сильным в злобе, он пасет свиней, то есть и других учит злобе и грязной жизни. Ибо все находящиеся удовольствия в тине, бесчестных дел и вещественных страстей суть свиньи. Глаза свиные никогда не могут смотреть вверх, имея такое странное устройство. Почему и пасущие свиней, если поймав свинью, долго не могут укротить ее визг, загибают ей голову назад и таким образом умеряют ее визг? Как человек, пришедший на такое зрелище, какого он никогда не видал, когда поднимает глаза на сцену, бывает поражен и молчит, как глаза тех, кои воспитаны во зле, никогда не видят горнего. Сих-то пасет превосходящий многих во злобе, каковы содержатели блудниц, начальники разбойников, мытарей. Ибо о всех такого рода людях можно сказать, что они пасут свиней. Несчастный сей желает насытиться грехом, но никто не дает ему сего насыщения, ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удовольствие не постоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит. И несчастный сей опять остается с пустотой на душе,
ибо грех подобен рожкам, имея сладость и горечь. На время он услаждает, но мучит навеки. Никто не даст насытиться злому тому, кто услаждается им. Спасибо, Христос, брат. Игнатьевич, хотели сказать что-то? Я об инициативе хотел сказать. Вот вы услышали? Ну, свою-то жизнь знаете. И мы с ним так переберись, сдвинь как-то дела, в огороде посадил, или кто-то, чтоб присмотрел, полил, и приехать. Так, подожди, Нестор, я про тебя скажу. Ну, выйди около дяди Игоря, поставьте его. Видите, он невеликий ростом. А я его поставил главным над ребятишками за активность. Что бы они стали делать, притом не какая-то, а копать ямки, столбы, там, любую работу где-то. Он выделился этим. Я его сразу поставил старшим. Где-то он не так сделает другое, но это большое важное дело. Можешь идти. Да благословит тебя Господь. Когда Господь сказал, кого мне послать, а написано, слушает небо и землю. Сделайте, чтобы шума не было. Вот эту говорунью. Увидите в другое место. И в это время только один человек. Меня пошли. Вы знаете, кто это был? На небе Бог спрашивает, и один человек только на всю вселенную инициативу провел. Меня пошли. Вот такие сидят, и рукой трясет. Класси, спроси меня, спроси. Ну, кто это был такой? Пророк Исаия. Исаия. Его называли ветхозаветним евангелистом. Но оказалось, у него недостаток, нечистые уста, ничего себе. Ну и это исправимо оказалось. Исправимо. Серафим, там Херувим, кто там, берет клещи, уголь и провел по устам. Вот теперь чист, теперь иди. У нас мы раздали свидетельство, что можно идти где проповедовать. Просьба, напишите номера, у кого какой, потому что я должен проверить. Ничего не говорить, кроме Христа и Библию. Смирите себя. Если вы будете говорить не то, и вас где-то возьмут штрафовать, мы от вас отречемся, петух трижды не припоет. А даже один раз не пропоет, мы трижды отречемся. Вот как будет сказать. Потому что вы делаете вопреки. Закон очень серьезный вышел. Но мы вовремя все это сделали, имея регистрацию. Вы это имеете. И скажи, избери меня, Господи. Я желаю, чтобы с детьми быть. Забота о том, чтобы накормить и прочее, это не ваше. Надо будет готовить только, готовое. Это постараемся все достать. Потому что время приближается, уже февраль идет, а дальше март, апрель, вот она тебе и май будет где-то. Подойдите ко мне или кому-то, скажите, а что мне не хватает для этого? Люди-то, которые выходили и стали-то такими, ну, знатными-то, не потому что, ну, они такие есть, а просто, ну, почему они, говорят, знамиты? Они не поверили, что все правильно говорит. Ты решил первый исследовать, он начал первый. И получилось. Ну, все думали, что это невыполнимо, и все отступились. А он начал делать, и самые знаменитые вот эти, что без проводов будет телефон-то. Он с этого и зашел. Он сломал этот стереотип в голове у людей. И что можно будет разговаривать, как по скайпу друг друга видеть. Сегодня на нас один выходит, милости Божией, Сергей Павлович. Мы молимся, и он вышел. А мне можно в вашей молитве участвовать? Сразу... И сразу с нами молитвы. Но он на этом не остановился. Он говорит, а может я другим скажу, чтобы другие участвовали в молитве. Вот инициатива где. Ну, у нас же есть люди, которые действительно, ну, желают маленько. Ну, мысли-то не в этом. Поток щепки несет вода, и я с ними туда. Мертвая рыба всегда по течению идет. А живая против течения идет. Вам понятно, о чем говорю? Тем более, которые потеряевские. В прошлом году предложили, все отказались. Так это что? Если ребенок сейчас учится отвечать, надо за него. Я 45 лет нес это. 45 лет отвечал. И полиция, и милиция, там, и КГБ, и нельзя сказать, и ГТРК, и телевидение, и кого только не было. В один год, кажется, 3 уголовных дела против меня возлегли. И все лопнуло, нигде ничего нет. А как же безответственность? Первые христиане всем рисковали. Они знали, что если он такой-то, то ему конец придет. Но соглашались быть священниками. И поэтому так много в 4 веке мучеников и исповедников. Ну просто маленько расшевелитесь.
интересно в лагере. Вот один закрывается вечером, но среди дня подошел человек к нам, по-теряевски, молодая девушка. И говорит, я хочу в лагере поработать. Но уже было поздно, ночью уже лагерь был закрыт. Мы не знали, что так дальше поведется дело. Она одна, большой дом, можно было многое сделать. И вдруг решилась, я говорю, ты обдумала, куда идешь? Конечно, но уже все. И уже рад бы. Вы знаете, когда Фест допрашивал его, как? И думал, что деньги дадут, пришел в страх. И говорит, в следующий раз послушаю. Но следующего раза уже не было. В следующий раз уже смотрел, дадут ли ему за это деньги, что разрешил передачку принести. В мире все слишком быстро меняется. Я этот просто стучу к вам вот сюда по темечку и по сердцу. Время-то подходит. Ну, я могу наняться, из города приехал. Ну, вы сами подумайте, ладно ли это будет? По-теряевски практически все отказались. Вот и все. Маленькое испытание. Из Ленинграда привезли беспризорных этих, которых привезли полумертвых детей. Ну, вызвали там районное село. Кто возьмет? Ну, кто-то там берет. А видели, стоит старичок. Он всех собак кормил, такой добрый. Кондратий. А он принес тут целую коробку там пряников, конфет там все. У тебя дом пустой. Ну, возьмешь ты или нет, хоть несколько. Ребятишки-то посмотри какие. Он повернулся и пошел домой, не сказал ни слова. Его никто не мог заставить. Вот тебе и выявилось, это не кошки-собаки. Ребенок, еще какой ребенок, он не может быть тебе откроет кое-что глаза-то. Вы не думаете, что за 45 лет у меня все такие были уж. Мне говорят, а что детей набрали? Я говорю, я сам-то какой? Все, я элитный какой-то. Я сам беспородный, поэтому у меня и беспородные ребятишки. Но Бог спасает. Мы должны позаботиться. У кого есть что сказать? Заканчиваем. Ну все, поблагодарим Бога. Достойный стих. Блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бог Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Одна минута еще. Я хотел поставить пример апостола Петра. Он до того был активный, конечно, иногда промахивался или то другое. Вот Христос на берегу, это Господь. Ну сейчас лодка приплывет, причем тут лодка, подпоясался, бросился. Первый, ему Господь теперь иди, сколько рыб, это он знает. Если все отрекутся, ну не я, Господь допустил, укрощает иногда. Но через это как многому мы научаемся. И везде он первый, меня, а у него нету, ничего нету. Про других апостолов не знаем, у него семья была, теща написана, больная. Он ни на что не смотрел. Это пример-то нам какой оставил? Папы на него смотрят. Да папы разве так поступают? И вы для себя возьмите его пример. Меня возьми в лагерь. Богу слава. Какой там, да? Начнем с маленького. Так, я тебе давал бумагу. Сюда. А сюда есть?